Это наш новый городской проект. Все о городе. В отелях города, на медиаэкранах, в общественном транспорте и на остановочных павильонах размещен единый QR-код, перейдя по которому любой житель или гость Сочи сможет получить исчерпывающую информацию о городе и реализуемых на курорте крупных муниципальных проектах. Цифровой проект «Все о Сочи» разработан и реализован по поручению нашего мэра города Сочи Капогородского Алексея Сергеевича. Проект пользуется большой популярностью. И хотелось бы отметить, что за 2 месяца работы этого проекта 30 тысяч человек уже воспользовались. В событийном календаре курорта на 2023 год уже более 200 культурных, спортивных и деловых мероприятий. Он актуализируется по мере наполнения и пользуется большой популярностью среди жителей и гостей курорта. В первую очередь считаю, что проект очень актуальный, своевременный и очень интересный. Безусловно, он интересен в первую очередь жителям города Сочи, всем, кто в этом городе живет, работает. Ну и не менее интересен, безусловно, для тех, кто приезжает сюда. А это миллионы и миллионы людей, это не просто миллионы гостей нашего города, это проводники всего хорошего, что они увидят в нашем замечательном городе и донесут эту информацию для своих коллег, близких. Городской флагманский проект входит в стратегию социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2035 года. Включает в себя 3 приоритетных направления. Сделано в Сочи, экологичное субтропическое сельское хозяйство Сочи, агропродовольственный хаб Сочи. Асаль Тулюгенова, Дмитрий Говорков. Время новостей.